Он уже ее наверх увел. Так, этот сундук нам нужно открыть. Этот сундук. Опиши его. Тяжелый, покрыт рунами. На полу круг и свечи. Ну, на второй этаж твоей комнаты. Да, это он. Поднялись. Конечно, это он. Джоффри Монг держал свои самые ценные сокровища. Стилет там. Как его открыть? Нужно зажечь свечи в правильной последовательности. Я уже разгадала ее. Мои заметки лежат внизу. Дальше хватит простого заклятия. Снимите с меня кандалы. Геральт, ты знаешь этот ритуал? Я нашла заметки сейчас. Его может провести только чародей. Нужно будет подглядеть. Заткнись! Я зажгу свечи, и только потом мы снимем с тебя двимерит. Раз так, нужно сохраниться. Так, ну что ж, продолжаем играть. Сейчас нам нужно посмотреть записи Филиппа Эльхарт, чтобы знать, в какой последовательности нужно активировать вот эти свечи, зажечь свечи в правильной последовательности. Возможно, следующая комбинация. Если начинать сверху, первая, вторая. Дальше третья, четвертая. Либо крест-накрест, первая, вторая, третья, четвертая. Либо наоборот, первая, вторая, третья, четвертая. Но здесь три комбинации, которые могут подойти. Давайте попробуем первый. С первой потом дальше будем пробовать. Сейчас я сначала исследую эту местность. Кроме сундука здесь ничего нет, да? Ну ладно тогда. Зажигаем по очереди свечи. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. И последняя. Ничего не выходит. У меня все ясно написано. Ну, у тебя там три варианта, кстати. Почему у нас не прокачан до сих пор? Нам добавили еще один талант. Блин, нам нужно на самом деле Геральта здоровья прокачивать. Вероятность критических эффектов. Или что это? Шанс критического эффекта потери крови. Давайте, нам нужно подобраться вот к этой ячейке. Тут, конечно, много способностей, которые мне бы помогли и нравятся. Ясно написано, значит, ясно. Кстати, еще помогает вот что. В прошлый раз я ставила защиту. Если мы неправильную комбинацию используем, то у нас исчезает здоровье. Ну ладно, вот первый мы правильно сделали. Ладно, давайте попробуем крест-накрест. Первая, вторая, третья, четвертая. Такой последовательности. Ну, ясно написано. У нее там три комбинации, которые могут сработать. Нужно все три по очереди сделать и на третью сработать должно. Получилось. Вот вторая получилась. Теперь сними с меня кандалы. Я открою сундук заклинания. А я не могу выйти отсюда. А мы не сможем его произнести? Этому нельзя научить за одну минуту. Для таких заклинаний нужен обученный маг. Свечи горят, надо спешить. Делайте, что я говорю, пока я не потеряла сознание. Пентаграмма, что ли, какая-то? И ты труп. Нет, квадрат. В круге. А я, кстати, не смогла выйти из круга. У нее один глаз наполовину открыт. Асида Сидо и Сендо Ай. Вы можете снять заклятие, но она не станет прежней.
Она больше, чем просто Тхойне. Она вернула Айнсейдхе надежду. Она чудовище. Вы решили, что она сама сможет править страной? Тайсай Дарьен! Он не знает, что вы она дракон. Вы заплатите за свою глупость. Берегись, Геральт! Конечно. Портал и исчезла, да? А нет, превратилась в сову. Одно из двух. Она того монстра вызвала. А я думаю, куда он исчез? Переместился сюда? Давай, Йорвик, теперь ты будешь с ним драться. У меня нет желания драться с ним. Ну, кстати, нас от одного выстрела может убить. Я хотела ему ловушку поставить. Да что это такое? Эх, вообще нужно его бить, не переставая. А, Йорвит нам не сможет помочь. Ну здорово. Он же не сможет попасть в круг. Вот коза. Ну сколько такого в фильмах происходит в играх? Помогаешь? Все, без толку. Вставай, меч. Геральт. Он еще пытается нас подзорвать. Кстати, мы теряем время на то, что Геральт достает меч. Держись! Я не могу тебе помочь! Да мы уж поняли, мы все время в одиночку как-то этим делом справляемся, да? Это Филиппа рвет и мечет с воздуха. И такой женщине нужно отдать власть. Да они все одинаковые. Женщины, мужчины. Все преследуют свои цели. Я расстроилась, что я не смогу с ним в хорошей драке поучаствовать, да? Да пожалуйста, Виктория. Я тогда вышла из-за решетки, и потом он куда-то исчез. Вообще, печалька. Пожалуйста, Виктория, вот тебе босс. Да, вот же, я его почти убила. Элементаль. Что-то он большой для элементаля-то. Вырастила. Козёныша. Кстати, элементали — это искусственно выращенные существа, созданные магами. Они создаются иногда случайно, неосознанно. Даже как с помощью мысли мы можем много чего сделать. Кто верит в тонкие энергетические планы, что не только все так на материальном уровне существует, да? Должны интересоваться такими вещами и знать. Да? Но это всегда так. Когда начинаешь побеждать, забываешь о том, что нужно сохранять последовательность действий. Когда сражаешься с боссами, там всегда есть уязвимые места и действия, как легче всего их победить. То есть способов, конечно, может быть несколько, но... Он меня догнал.
жопу с ручкой. Люди Каэрны. Так, ставим защиту. Геральт. Еще, наверное, надо нас с тобой как-то восполнять энергию. Я чуть не забыла. Ну вот видите, как получилось. Я его почти убила. Староват я для этого. В течение всей драки я слышу только ругательство Ерета. Конечно, ничего не может поделать, он так не смыслит. Вообще классно я придумала. От него вообще не нужно отходить. Далеко. Чтобы он даже и не прыгал, не двигался. А когда он закрывается, нужно бить по нему. И поворачиваться со спины, стараться бить его. Как раз эти моменты на нас ставят метки. А мы должны постоянно передвигаться. Я думаю, что это делает Филиппа. Чем мне от тебя далеко бегать? Это бесполезно. Подвинься, здоровяк. Все-таки он смог каким-то образом нанести мне. Он второй сезон, хотел сказать, второй заход. Бери стилет и убираемся отсюда. Когда мы больше половины у него жизни забираем, он себя по-другому, да, ведет? Давай берем. Придется нам самим все делать, или опять будем же надеяться, клинок я перегружена. Но сейчас это не проблема. Странное выбросим что-нибудь. Оружие. Никогда не видел ничего подобного. Надеюсь, это не обман. Плохо, что Эйльхард нам ничего не скажет. Не забывай про остальных чародеек ложа. Можно будет у них спросить все-таки. Они не просто так входят, да, в это сообщество. Что-то-то знают. Ну, они хранят свои секреты. Каждый из них тоже хочет не то что отличаться, а иметь в запасе какие-то заклинания, которые не знают другие. Это как иллюзионисты, они не раскрывают своих тайн. Монархи ждать не станут. Филиппа уже далеко. И мы знаем ровно столько, сколько она нам сказала. А очень скоро она придет в себя и снова начнет плести заговоры. Она выбыла из игры, по крайней мере, на время. Кстати, не стоит расслабляться. Здесь есть и другие чародейки. Филиппа может предупредить Шиалу. Или отдать приказ дракону. Не удивлюсь, если придется биться с Саскией. Она одурманена чарами и просто не поймет, что мы хотим ей помочь. Ты прав. Но я прошу тебя, не убивай ее. Только если придется защищаться. Но мы и сами не хотим ее убивать. Можно будет ее в какую-нибудь магическую ловушку заточить на время, пока мы не решим проблему с ее очарованностью с помощью заклинания Филиппы. Теперь и нам пора на переговоры. Я пойду вперед, посмотрю, что там творится. Давай, давай. Сейчас мы прокачаем Геральта. Помните, тогда этот монстр исчез из той комнаты. Тоже заточенный с помощью магии.
Не сказать, что я сильно расстроилась, что нам не пришлось его убивать, потому что я несколько раз пропала и уже опустила руки. Я, кстати, подумала, что почему-то там потайной проход в подземелье. И у нас есть выбор либо сдаться солдатам, либо через какое-то подземелье пройти. Но оказалось, это связано с каким-то квестом, который мы еще не нашли. Должно быть по квесту еще несколько таких загадок, потому что мы в этой комнате читали, там было зашифрованное заклинание, и оно было четвертое, что ли, или третье. То есть еще должно быть, по идее, несколько заклинаний. Я, правда, там ничего не поняла, но это, наверное, связано с каким-то заданием, которое мы еще должны найти. Да, мы должны выбросить что-то. Вот у нас Филипп Эльхард. А нам можно его в качестве оружия использовать? Можно? 31-42. Нет, это для задания. Я все таскаю с собой, мне все прибавляется, прибавляется. Я все жду, когда я это все продам. Хоть дело никогда. На этой территории где-то должен быть купец. Куда мы можем это все продать? Чего мы только не нашли. Кожа, железная руда. Так, я хотела ему... Что я хотела прокачать-то? Здоровье давайте повысим ему. И здесь будем дальше прокачивать. А у нас два таланта. Вероятность... Так, давайте тогда вернемся сюда. Энергии не хватает. Плюс один. Ладно, алхимия. Сейчас мы что-нибудь здесь начудим. Сон дракона, самом. Ничего нету. А действие у нас закончилось. Нужно нам. Нужно поговорить с Йорвитом перед амфитеатром. Но мы сейчас выйдем в город и продадим, если есть такая возможность. Ненужные вещи, которые утяжеляют нас. Но выйти нам как? А, вот как. Через эту дверь. У нас еще столько заданий. Мы лето должны встретить. Или это все вместе? Так, король родовит вышел, и эмиссар Фитц Астерлан сбросил маску дипломата. Это мы читали. Впрочем, Фитц Астерлан был слишком ценной добычей, его нельзя было убивать. Это мы тоже читали, просто я тогда пропала и больше не заходила в журнал. Так, сундук был открыт. Наши герои не на секунду, на секунду вздохнули с облегчением. Освободившись от двемеритовых оков, Рипа использовала свой единственный шанс. Она молниеносно обернулась с совой и улетела. На Геральта Йорвита напал призванный ею магический страж Стилита. Но куда там голема до таких молодцов? Это она его призвала, чтобы Геральт не смог заполучить Стилит, как ведьмак Йорвит. Куда голема до таких молодцов, как ведьмак Йорвит? Ну, здесь во Йорвите мы промолчим, потому что он все равно не смог нам попасть. Так, конечно, бы он нам помог. Ну, мы видели, как здесь Йорвит нам помогает. Не по его вине, мы видим, какой он храбрый и сильный герой. Очень яркая личность, несмотря на то, что он разбойник, да? Он очень долго убивал одну гарпию, пока мы ему не помогли. Монстр был побежден, артефакт найден. Нужно было спешить на помощь прекрасной даме. Йорвит по очевидным причинам не мог появляться в городе открыто и потому забился в самый темный угол. Геральт же отправился на чародейские переговоры. Убийца королей, возвращение памяти. Горе побеждено. Что это за задание такое?
Задание провалено. Это случайно не тогда, когда мы должны были стемниться, очень тихо пройти, но стелсом. Но я, как всегда, перебила всю охрану. Отрекитесь от ворожбы! У нас не получилось незаметными оттуда уйти. Разбейте хрустальные шары! Сломайте жезлы и скиньте прочь колпаки! Гоните черного кота! А с ним нетопыря, сову и ящерицу. Ящерица превращается... И жабу. А я уж подумал, ящерица превращается в другая чародейка. Ну, глаза прям провалились. О, доска с объявлениями. Ну, зачем нам тогда торопиться?